Володя Долгов. Очень симпатичный, обаятельный. Приехал в студию звукозаписи и сразу меня поставил в известность. Наташа, я на сцену в таких очках идти не могу. Очки у него очень крупные, в роговой оправе. Я говорю, что будем делать? У нас оставалась всего неделя для того, чтобы заказать ему очки, а зрение у него было очень плохое, минус 10. И для того, чтобы подобрать ему стекла, оптику, это нужно было делать заказ, который исполняется в течение достаточно продолжительного срока. К счастью, на генеральный прогон мне привезли пакетик с очень красивой оправой очков для Володи Долгова. Мы остановили репетицию, я сказала, я хочу исполнить очень приятную миссию и вручить ему эти очки на память от организаторов «Калины Красной». Я знаю, что он будет носить на финальном концерте. Он эти очки примерил. Выглядело замечательно. Безразличен я к новой зиме. Первый снег не порадует глаз. Мне мешает тоска по тебе. Невеселые мысли о нас. Я не стану о чувствах писать, в них я сам не могу разобраться. Ты успела душой моей стать, вот что значит с тобою расстаться. Душой моей стать, вот что значит с тобою расстаться. Я воспитан на разных музыкальных направлениях, но музыка шансон особенно близка мне по духу и по мировосприятию. Музыка шансон, песни шансон – это песни о души, песни сердца, песни от ума. Александр Ефремушкин, исполнитель песни «Мама, еду я домой», к сожалению, не смог участвовать в этом концерте. Он заболел, но подготовка видеостудии и студии звукозаписи уже была завершена. И мы решили не упускать возможность дать вам услышать эту песню. Правда, в исполнении другого Александра. Ведущий нашего концерта Александр Баженов ее споет сегодня на этой сцене. А Сашу Ефремушкина вы увидите в нашем клипе. Следующая песня посвящается всем мамам, которые ждут своих сыновей. Не был дома. 12 лет не видел мамины глаза. Наверное, мама посидела, и это моя вина. В основном у нас разные статьи, в основном даже есть у нас люди, которые сидят за убийство, но за убийство можно сидеть по-разному. У нас вот был Уваров на конкурсе в Челябинске, сбил человека машиной, вроде как убийца, статья у него убийство, но человек это сделал случайно, неосознанно, скажем, это может случиться, получил там 4 года. Ну что ж, теперь, а статья у него убийство. Мы когда нам присылают вот статья, мы смотрим, статья убийство, коротко. Можно всякое подумать, потом, когда разбираешься. И такое есть. Есть, конечно, и
преступники, осознанно идущие на преступление. Но если этот человек раскается, это дорогого стоит, это вдвойне. И такие у нас есть. Тут же Игорь Расписной, 32 года, отсидевший в тюрьмах и лагерях. 32 года человек отсидел. Он стал победителем и лауреатом московского в 2003 году конкурса. Но человек на свободе уже 4 года, человек работает, у него родилась дочка, он женился. Он начал новую жизнь. Вот закоренелый уголовник. Это вообще как бы нонсенс. 12 лет человек попал за решетку и в 44 вышел. В общей сложности провел на воле 7 месяцев. А сейчас он 4 года. На воле он на каждый конкурс приезжает. Он не пропустил еще ни одного конкурса как гость. И вот и в Уфе в последнем конкурсе выступал. Я бы не сказал, что прям идеальный уже человек. Но человек во всяком случае... 4 года на свободе, работает, женится, и у него мыслей нету каких-то там, о каком-то уголовном там прошлом. Чая не хотите ли? Спасибо, пока не хочется. Синяя форма строгая не скроет натуру нежную. И еду домой дорогою северною, железною. Записывал когда эту песню, несколько человек зашли, посмотрели на нее, как-то так, кто там поет. У меня, честно говоря, самого мурашки, просто мурашки. И еще когда монтировал материал, тоже несколько раз. И каждый раз, когда эту песню слушал, что-то, ну, что-то цепляло за что-то на душе, что-то задевало. Песня Яны Дронниковой «Молитва». Саша Карташов уже рассказывал о том, что она действительно произвела на него и на тех, кто присутствовал при записи, удивительное впечатление. Я могу сказать так. Когда составлялся сценарий этого концерта, я уже точно знала, что эта песня будет последней. Потому что она звучала как точка подведения итогов всего того, что мы делали все это время. Очень трудно прощать и просить прощения, но неустанно буду я преклонять колени пред Матери Божьей ликом. Пусть даже не станет слушать, прошу то слезой, то криком простить наши грешные души. Ведь даже в сердце каменном есть искорка раскаяния, есть капля покаяния и перед Богом страх. Воровки и разбойницы в слезах ночами молятся и просят о прощении и каются в грехах. Как сложится судьба этих людей, конечно же, мы не знаем. Но мне хочется пожелать всем участникам «Калины Красной», да не только участникам, а всех, кто находится в заключении, надежды, веры, исправления и любви, которые так им необходимы.